В Туймазинском районе построят водопровод за 290 миллионов рублей. Он обеспечит потребности жителей села Райманово, где проживает 1000 человек. Об этом сообщили в правительстве региона. Ну, вот выделенные средства позволят построить насосную станцию и водопроводы протяженностью в 57 километров. Транш поступил из федерального центра в рамках проекта «Чистая вода». Это нацпроект «Жилье и городская среда». Ну, вот по нему власти планируют обеспечить 90% жителей страны доступом к качественной питьевой воде. Ну и по проекту за 5 лет до 2024 года в Башкортостане реконструируют и построят 29 объектов водоснабжения на 4 миллиарда 250 миллионов рублей. Ну, большую часть средств выделят из федерального бюджета и 2% из регионального. Ну и напомню, ранее в республике стартовали работы по строительству водозабора и насосной станции в Бирске. Стоимость проекта оценивается в 800 миллионов рублей.